Новое здание речевой школы построят с учетом общереспубликанской очередности создания учебных мест. Ежегодно в республике для обеспечения равных условий образования вводят по 10 школ. В настоящее время аварийными считаются объекты 64 учебных заведений. Дожидается строительство нового здания и школа для детей с проблемами речевого развития. Тему продолжит Любовь Васильева. Республиканская специальная коррекционная школа пятого вида для детей с тяжелыми нарушениями речи была основана в далеком 1964 году. На территории располагаются 6 основных объектов – начальная школа, главный учебный корпус, интернат, столовая, котельная и скважина. Школа нуждается в новом здании. Хотя вот в настоящее время дети обучаются в типовых зданиях, такие же, как по всей России, наверное, но они деревянные. В этом году мы построили 3 дополнительных туалета, 140 погонных метров ограждения. Тоже этот по антитеррору большая проблема. У нас всего 24 класс-комплекта. В интернате проживает 50 детей. Основное здание школы было построено в 1982 году, поэтому этот объект не входит в список аварийных. Но так как здание деревянное, оно должно быть переведено с 5-й категории огнестойкости на 4-ю. С учетом очередности создания учебных мест в республике, строительство нового здания коррекционной школы запланировано к 2020 году. По специфике учебного заведения проект школы не типовой, что в свою очередь не отвечает требованиям финансирования из федерального бюджета. Школа будет строиться согласно очередности, потому что мы в первую очередь перевели школы, которые находились в аварийном состоянии. Формирование бюджета на 2018 год идет в данное время. И с начала нового 2018 года мы должны конкретно, конечно, приоритетно рассмотреть начало строительства данного объекта. Данный объект будет введен, это ориентировочно, плановый срок, к 2020 году. В конкурсе среди проектных организаций выиграл институт «Якут-Агропромпроект». Организация работу по проектированию речевой школы на 120 мест выполнила в 2015 году. В течение 2015 года мы выполнили проект и прошли экспертизу технической части. И первую половину года 2016 мы прошли полную экспертизу по достоверности сметной части строительства объекта. И объект готов к строительству. По проекту новое здание состоит из двух блоков – двухэтажный учебный корпус и трехэтажный интернат с учетом всех современных требований. Они будут соединены теплой галереей. В настоящее время по республике ведется финансирование проектирования и строительства 42 школ. В целях создания учебных мест и равных условий по указу главы Якутии каждый год в республике вводятся 10 новых школ. В 2017 году будет создано 1653 новых учебных мест. Любовь Васильева, Евгений Тайтонов, Владимир Таюрский, НВК Саха, Якутск.